Селена, Селена, загуляла ты совсем, наша дива. А как же у нас с тобой конкурс, а? Или ты уже сдалась? Ну-ка давай, выходи на связь и ставим с тобой счетчик, когда начинаем батлиться. И на этом точка. Кто самая любимая зайка? Я, конечно. Спрашивают, почему ты ударил Алену? Когда я ее ударил? Вот я тоже не понимаю, когда. Я никогда ее не бил и не буду бить. Да, ты просто успокоил ее немножко и все. Кто это? Разрешите автограф. Конечно, давай. Дай козявку всем твою. Давай распишусь тебе. Айкосом. Айкосом. Распишусь. Не знаю. Я думаю, они сами вам ответят на этот вопрос. Как вы живете? У нас все хорошо. С кайфом. Переписывается Аленка с другими, да, Макс? Да, Макс тоже с У нас все окей, так что если мы должны были извиниться перед друг другом, мы это сделали. И мы себя считаем друзьями, правда? Это правда. Вот так вот. Немного адекватный человек, можешь в группу передать физкульт-привет и сказать настроение, что там вообще, куда мы Ребята, едем? Ребята, вообще варенье, желаю всем колбаса, хорошего варенье. Настроения, пульса, давления, чтобы все у вас было хорошо. А мы сегодня по-православному просто на пиздец. Как дела с Федей? Федь, как дела с Анитой? Хорошо! Специально для моих подписчиков, да. Как твое моральное состояние? В норме. Уравновешенное. Все. Покажи, как ты целуешь Алену. Ой, как мило. Все, я ухожу. Я же хотела сделать два, чтобы у него волос хватит, у него волос не хватило. Ну, давай, 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 давай. Ты должна танцевать под «Лебединое озеро». Знаешь, как танцевать? Закадровая съемка. Что у нас происходит? Как снимают фильмы? Понеслась. Душа в рай. Макс, может так будешь ходить? Чего? Тебе идет? Вот так? Да. Никит, может ты тогда будешь мыть, я не знаю. Я пошел. Нет, я еще не все задания придумал для Селены, но если есть какие-то варианты, накидывайте, буду благодарен. Все, всем спасибо. Ребятки, ребятушки, к сожалению, не читают директ, но когда пишут интересные комментарии, а потом можно в скобках там что-то интересное написать, прочитать директ, тогда я могу посмотреть. То есть я в основном только комментарии читаю. Давай, что делать? На лодке, кстати, тоже как-то делаю. Нет, нет. 10 тысяч рублей. И вопрос ушел. И признание. Я это делаю ради вас. Покинул телепроект, ничего из разряда вон выходящего не было. Просто, видимо, устала, привыкла немного к другой жизни. У нас же есть все-таки определенные правила ее, они просто не устроили. Вот и ушла. Могла бы уйти просто по-другому и все.
Со СТЭЦ мы все выяснили, я с ней поговорил. Вот после ваших опросов действительно у нас просто получилось взаимопонимание. Я извинился перед ней. Вот у нас все хорошо, мы как продолжали общаться, поддерживать друг друга, так и продолжаем. Она умная у меня девчонка, просто она очень стеснительная, ее смущает камера и так далее. А наедине очень даже интеллектуально развитая умничка. А то, что касаемо Захара, он хороший парень на самом деле, вот, но ему надо набираться мудрости и делать работу над своими ошибками и признавать это, и тогда все у него получится в жизни. Тут я вам не помощник, смотрите эфиры, потому что спойлерить нельзя. В эфирах не всегда мы такие, какие мы есть в жизни, поэтому надо знать нас хорошо, прежде чем судить, потому что много чего могут не показать, много чего можете не так понять. О, это отдельно интересная очень тема. На самом деле идей много, опыт тоже присутствует, но пока, к сожалению, нет времени поделиться и рассказать вам об этом. Может быть, как-нибудь соберусь и отдельно для этого сделаю рубрику.